могучий соратник покорителя Галлии. Марс и Беллона преисполнены гордостью за твои деяния. И скажу я, о, прень господня, что за херню ты несешь? Человече, переходи ближе к делу. Сию минуту, ваша честь, прибыл Публий Сервилий. Отлично, значит, всех посетителей по боку. Пошел вон, я... Ты, пошел вон. Начальствующий над конницей народный трибун Марк Антоний примет ваше прошение завтра. Варин. Вон! Синтия. Дай мне грушу, солнышко. Сервилий. Мой дорогой старый друг. Ну, как ты? Хорошо, хорошо, благодарю тебя. Прости, но разве мы раньше встречались? Разве нет? Без понятия. Я всегда так начинаю разговоры с гражданскими. Так вежливее, правда? А это, несомненно, твоя прекрасная жена, имя которой скользнуло от меня. Попея. Ах, что за цветок? Прости за этот весь разгром. Усы Помпеи, на мой взгляд, оставляют желать лучшего. Я решил добавить красок в цветовое решение. Мы уверены, что у тебя получится превосходно. Прости, но мне нужно обсудить кое-что с твоим мужем. Конечно. Притворитесь, как будто меня здесь нет. Это невозможно. Но я попробую. Значит так. Надеюсь, ты в курсе, что Цезарь оставил меня на хозяйстве, пока он в Греции развлекается, гоняя Помпея со всей его братьей. А меня оставили тут марать бумагу и ловчить, словно я какой-нибудь чертов штатский. И все-таки я намерен извлечь из ситуации максимум пользы. Или я стану хорошим политиком, или просто сдохну. Или же ради этого сдохнет еще кто-нибудь. Итак, получается, что ты... Старейший из тех сенаторов, которые остались в Риме. И это честь для меня. А еще ты помпеянец-перевертыш. Я... Поэтому мне пришло в голову, что это было бы забавно сделать тебя на этот год консулом. Консулом? Ты так добр. Разреши, я закончу. И мне угодно, чтобы на очередном заседании Сената была немедленно обсуждена и принята пара законодательных инициатив. Я уверен, что ты будешь счастлив помочь мне с ними. Инициатива первая. Сенат утвердит избрание Цезаря как твоего соконсула на следующий год. Но он же все равно останется диктатором. Но гораздо приятнее звучит, если он будет консулом. Более дружелюбно. Ты понял? Я понял. Инициатива вторая. Ты выдвинешь следующий законопроект. Отныне и впредь, в каждой италийской провинции, одна треть всех занятых на работах со скотиной или земледелием должна состоять из вольно отпущенных или полноправных граждан. Я не понимаю. Работы многовато, вот в чем штука. Они выполняют всю работу, а свободное население страдает от безработицы. Так что нужно создать новые рабочие места. Но это потребует чудовищных затрат. Вот именно. Но раскошелиться придется только немногим толстосумам, которые завладели всей землей. И пусть утешением им послужит сознание того, что в кои-то веки им удалось совершить нечто патриотическое. Все это выглядит чрезвычайно смело, чтобы не сказать большего. Почти гибельно. Может быть, ты прав, но, честно говоря, мне наплевать, кто пострадает от этого. Бедняки, богачи или вообще все скопом. Цезарь желает, чтобы закон был принят. Он мой друг, и я сделаю все для него. Или ты предпочитаешь, чтобы я не обращался к сенату, а созвал народное собрание? А уж там ты приведешь ему свои аргументы, и такой блестящий оратор вроде тебя легко убедит, что Цезарь ошибается. Но это не обязательно. Хорошо. Хорошо. У меня все. Я не знаю, что сказать. Тогда помолчи. Так будет лучше. Ты, конечно же, знаешь Поску, доверенное лицо Цезаря. Он посвятит тебя во все подробности. Попея. Голубка моя, если твой муж умрет, приходи, я женюсь на тебе.